Именно здесь, на улице Пионерской, в одном из домов и проживала семья Иосифа Сталина. О ее конкретном расположении историки и краеведы Самары спорят до сих пор. Существует две версии. По одной из них семья генерального секретаря проживала на Пионерской 19, по второй – на Пионерской 22. Недавнее открытие самарских исследователей должно навсегда поставить точку в этом многолетнем споре. 75 лет считали, что семья Иосифа Сталина жила в доме на Пионерской, 19. Но воспоминания его дочери Светланы Аллилуевой говорят о другом. В мемуарах «20 писем другу» она рассказывала, что семью поселили в здании бывшего краеведческого музея. На Пионерской, 19 его никогда не было. До начала войны музей располагался на Пионерской, 22. Уже потом его перенесли в здание костела, освободив дом для эвакуированной из Москвы семьи Сталина. Благодаря найденным документам историки также установили, что оба здания по улице Пионерской относились к жилфонду НКВД. И Пионерская 19, и Пионерская 22 использовались в процессе пребывания семьи Сталина здесь. Но сама семья размещалась в Пионерской 22, а на Пионерской 19 располагались сотрудники НКВД, которые отвечали за безопасность семьи Сталина. Там достаточно по площади пространства, а вот пространство самого особняка, где размещалась семья Сталина, недостаточно для того, чтобы там разместить еще и сотрудников, которые будут заниматься безопасностью. В результате возникает логическая конструкция, которая вполне снимает противоречия между нашими краеведами. Сейчас оба здания на Пионерской принадлежат Министерству обороны России. И если одно из них после ремонта находится в хорошем состоянии, то второе до сих пор разрушается. Благодаря историческому открытию краеведы Самары надеются привлечь внимание к объекту, чтобы таинственный особняк, который по сути является памятником военных лет, обрел новую жизнь. Михаил Ермоленко, Константин Головин, Сергей Баскин. События.